Первый слет – это не значит первый год, это значит уже 5 лет за плечами нашей работы, где были первые 5-6 волонтеров, собравшиеся в команду Олимпиады. Сегодня же более 150 человек и новые направления, новые формы социализации людей старшего поколения наша организация продолжает искать. Сегодня это активное долголетие, творческое, экологическое направление, событийное, культурное. Все, за всем этим уже стоят лидеры и активисты нашего движения. Хотелось бы, чтобы город наш, наша администрация продолжала с нами сотрудничать, видела в нашем потенциал. И мы, конечно же, вас не подведем, потому что мы молодые и активные. За активную жизненную позицию участники волонтерского движения получают знаки отличия, благодарственные письма и почетные грамоты. Также к волонтерам старшего возраста обратились представители молодежных объединений, чтобы вести совместную деятельность на благо родного города. Но в центре внимания, конечно, подготовка к Всемирному фестивалю волонтеров, который пройдет в октябре этого года в Сочи.